Приветствую, друзья мои. Это видео для тех царей, посланников и машиахов, которые вдруг ощутили в себе такие свойства. Хочу зачитать отрывок из умной книги, где три американских контактера общались с высокоразвитой сущностью, которая представлялась как Ра. Это пять книг, пятикнижья Ра. Неважно, как это, сколько книг. Суть в том, что высокая сущность из там, восьмого или седьмого измерения отвечала на вопросы про мироздание, про создание религии, про Яхвы, там, про все. И основа этой книги в том, что есть две основные противоборствующие группы, орионцы и конфедераты, которые борются за души людей. Чем они отличаются? Орионцы, они за служение себе, то есть эгоисты. И они ищут людей, которые расположены к такому действию, да? То есть к развитию в сторону служения себе. Конфедераты, куда входит Ра, да, это те, кто, ну, по-нашему, светлые силы, то есть служение другим. Так вот, был вопрос от американцев, как работают орионцы, как они соблазняют людей. И вот такой ответ Ра. Самый типичный подход сущности Ориона – выбирать умственно ослабленную сущность, который можно предложить для распространения большое количество философии Ориона. Несколько сущностей Ориона призывают более высокополяризованные негативные сущности вашего центра пространства-времени. В этом случае они делятся информацией так же, как это делаете вы. Однако сущности Ориона подвергаются риску из-за частоты, на которую затем пытаются претендовать подлежащую уборке урожая негативные планетарные сущности. Они просят контакта Ориона, поскольку претендуют на негативные планетарные контакты. Борьба за владычество угрожает полярности группы Ориона. Но тут надо расшифровать. Я в своих видео каждый сеанс перевожу, потому что это сложно для понимания. С первого раза сложно понять, о чем тут говорится. Поэтому, кому заинтересовало эти тексты, прошу вас, можете смотреть мои трактовки, расшифровки. Давайте дочитаю до конца и потом расшифрую. Дальше. Аналогично, ошибочный контакт Ориона с высокополяризованными позитивными сущностями может вызывать разрушение армии Ориона до тех пор, пока крестоносцам не удастся изменить полярность сущности, с которой они ошибочно вступили в контакт. Но о таких случаях почти неизвестно. Поэтому группа Ориона предпочитает осуществлять физический контакт только с умственно ослабленной сущностью. Теперь о чем тут говорится? Первый маленький пункт, абзац. Самый распространенный вариант работы орионцев с людьми – выбирать людей недалеких умом. И им они предлагают свою философию. Философия какая? Важности. Ты важный человек, ты избран, ты будущий царь, грядущий царь, ты, ну кто там, ты царица, мы боги, а ты наша богиня, там, если вспоминать там Кагут или кого-то еще, да? Ты там это. Вот это основной прием орионцев. Дальше. Но если они встречают то есть умного человека, который хочет стать великим, то у них есть риск того, что эта сущность, хоть мы на третьем уровне, так чтобы было понятно, да, орионцы это четвертый, пятый и выше. То есть есть риск, если человек попадется им умный, что эта сущность, то есть человек, поработит этих орионцев под служению себе, потому что и орионцы служению себе, и они хотят подчинить этого человека себе, дав ему возможность подчинять других на земле.
Но может получиться так, что этот умный человек может подчинить орионцев себе, и тогда они будут служить ему, а они не предназначены для служения кому-то. И в этом их есть риск, что они поменяют полярность, то есть они станут служить кому-то, а не служить себе. То есть это большой риск для них. Второй риск, если они попадают на позитивно ориентированную сущность, сильную, тоже умную, да? То есть они ошибаются, например, и не распознают, что сущность ориентирована на служение другим, и пытаются с ним общаться, и тогда они ослабевают. То есть они тратят силы зря, энергию зря, и так ослабевают. И вот орионцы и крестоносцы – это одно и то же. И армия Ориона слабеет и могут поменять также полярность. То есть они могут проникнуться идеями служения другим и потеряют все свои свойства. Ну, как бы перекрасятся, да, перейдут в стан своего врага. Вот. Это тоже опасный вариант. То есть сильная негативная или сильный эгоист для них опасно. Сильный служитель другим тоже опасен. И в другом случае есть опасность, что они пострадают в своих целях. Их цель – поработить людей, дав им какую-то важность, ну, как эгрегор, да, дать кусочек энергии, чтобы собирать больше. Вот. И вот вывод из всего вот этого абзаца. Поэтому группа Ориона предпочитает осуществлять физический контакт только с умственно ослабленной сущностью. Ну, физически имеется в виду передавать информацию, потому что с четвертого, с пятого измерения руку пожать невозможно. Можно передавать информацию, мысли, мыслеформы, можно какие-то явления. Там выше описывалось, что в облаке появлялась сущность Ориона. И люди видели в облаках, и это нашло отражение как совов в облаках. Это проделки Ориона. Вот. Поэтому те, у кого были видения в облаках, в золоте, в каких-то еще там, но это было как величие, то есть это как Бог появился такой надменный или молчаливый, важный, это говорит о том, что это орионцы или с той стороны. Если кто там у себя увидел какие-то признаки Машиаха, там, царя, если вам было сказано свыше вот от этих сущностей, от орионцев, что вы будущий царь, то подумайте, насколько это соответствует реальности. Может быть, они поймали вас из-за того, что вы мало читаете книг, может быть, у вас не хватает ума, о чем говорится в этой книге. Это не я сказал. Это было сказано в 80-х годах прошлого века. Сидели три экстрасенса, записывали на магнитофонную пленку вот эти ответы. И этим ответам можно верить, потому что они с разных сторон проверены. Ну и это логично. Мы это видим сейчас в Ютубе. Сколько ненормальных людей с идеей, что они, допустим, цари или Машиахи, или там Мессии, Христы и так далее. Много. Раньше были Наполеоны. Это тоже была работа орионцев. А до этого мы помним Лжедмитриев, да, в истории России и так далее. То есть они работали всегда. Находили слабоумных людей с большими амбициями, давали им информацию и помогали там где-то какими-то энергией, где-то события создавали для того, чтобы выращивать вот таких сущностей. Вот. Ну, а если переходить просто к логике, ну вот, допустим, если взять тему царей, я думаю, что тот человек, который вдруг решил, что он готов быть царем, то есть равняется правителем, да, я думаю, что первое, что он, о чем он должен задуматься, достиг ли он чего-либо в жизни в этой. Ну, то есть, вот он жил в своей жизни, он руководил ли каким-то коллективом, добился ли он каких-то материальных достижений, да? Потому что, чтобы менять мир, этот мир, в котором сейчас мы живем,
чтобы менять его, надо знать, из чего он состоит, как он работает. Если человек достиг успехов, если он понял, как это работает, тогда, я думаю, он может более эффективно поменять этот мир, в котором он разобрался, на более лучший. А если он и в этом не разобрался, если он ходит в штопанных штанах, условно говоря, никто, чтобы не обижался, то как он может обеспечить жизнь своего народа, своей страны, как минимум? Ну как, если он ни в математике, ни в физике, ни в торговле, ни в чем он не заметен, то как он сможет запустить экономические рычаги, процессы по-другому, если он эти не знает? Ну вот так просто подумайте. Ну, я думаю, это такой первый аргумент, что ты... И при том, я думаю, что очень богатый человек тоже не пойдет на такую, можно сказать, должность, потому что сверхбогатому человеку это и не нужно. У него все есть. У него миллиарды или миллионы, ему хватит. А вот бедному человеку, который не держал в руках нормальных денег, да, для него царский трон – это что-то такое, мечта. Но что стоит за этим троном, за этой золотой табуреткой, у этого человека просто нет даже понятия. Для него главное сесть на эту табуретку, а дальше, как вот один выразился, а это пускай министр работает. То есть он готов стать пешкой, просто сесть с пустой головой, и пускай министры что-то делают, а он будет там пальцем водить. Глупо. Просто глупо, о чем я вначале говорил. Умственно неразвитые люди попадаются на такие крючки орионцев. Ну и я думаю, самый главный аргумент – это поддержка Бога или там высших сил. В чем она может выражаться? В том, что у этого человека должны быть экстрасенсорные. Сенсорные – это чувствительность. Сенситив – это... Перевод – это чувствительный, а сверхчувствительный – экстра, экстрасенсорный. То есть должен сверхчувствительный человек быть и управлять энергией. То есть у такого кандидата должно быть ну, хотя бы какая-то ступень рейки или там цигун. То есть он должен понимать и знать, как обращаться с энергией. Вот когда два этих, хотя бы два пункта сойдутся, обращение с энергией и достижение в жизни чего-то материального, да, тогда, наверное, этот кандидат может быть рассмотрен. Если какого-то одного пункта нет, ну, это вот как бы куром насмех, я это считаю. Вот. Ну, вот что хотел сказать, потому что тут меня пытаются вызвать на какие-то там беседы, но вот беседы со слабоумными, я вот даже не представляю, о чем говорить. Люди... очень, как сказать, подвержены орионцам, вот так скажем, да, дипломатично. Они не в себе. Они одевают шапки, чтобы придать себе важность, своей голове. Ну, то есть, для чего носили и носят, да, религиозные деятели или там цари, там короли шляпы, чтобы выделиться над толпой. Чернь должна снимать шляпы, а он в шляпе. Ну, кто там? Король там или там епископ, да, он показывает свой статус. И поэтому люди, которые, ну, как сказать, в жизни ничего не смогли достичь, благодаря тому, что YouTube позволяет все, одевают шапки, одевают там какие-то черные очки для солидности. Они считают, что это солидно. Но это смешно просто. Одевают шапки и уступают, что они вот что-то такое, они цари. Цирк Шапито. Ну, в общем, на этом я заканчиваю. Понятно, что кто-то может обидеться, да мне, честно говоря, все равно. Но я хотел сказать, чтобы люди, может быть, задумались, а кто с ними общается, кто дал им такую мысль. И если бы этот статус подтвердили бы там, ну, 10 человек со стороны, это, я думаю, третий такой важный момент, потому что то, что человеку одному показалось, ну, мало ли что может быть после там вчерашнего, да? Или там, может, человек упал, там что-то, ногу ему свело, там, ему показалось что-то.
Но вот еще бы собрать мнение тех людей, которые умеют видеть в тонком плане. Вот тогда это был бы третий такой весомый аргумент. Поэтому если вот кто-то продвигается в эту степь, да, там, на царя, желательно вы пригласить каких-то экстрасенсов, чтобы они вас посмотрели на тонком плане. Как вы там выглядите, как выглядят ваши высшие силы. Вот. По поводу себя хочу сказать, что я уже говорил, что царская должность меня не прельщает. Это предел мечтаний вот этих вот неудачников, для которых царский трон такая мечта, о которой можно поговорить. Поговорить, но они никогда не пойдут сюда. И даже если вдруг это какое-то будет стечение обстоятельств, ну, их или уберут, или скажут, хочешь 100 тысяч рублей, 200. Да, хочу. Все, на, иди отсюда. И человек уйдет, что это деньги конкретные. Я вот свою задачу вижу в том, чтобы изменить общество, изменить сознание людей. И так как наша планета переходит в четвертое измерение, повести в это четвертое измерение как можно больше просветленных, осознанных людей, проснувшихся. Если для этого нужна будет власть, ну, придется тогда это как-то совмещать. Но мне золотая табуретка не нужна. Мне нужны люди, которые бы проснулись, поняли, кто они, и перешли развивать новую цивилизацию на Земле. Вот это главная цель у меня. Но у царя, видимо, шапка золотая. Все, всего хорошего. Кто не подписался, подписывайтесь. Давайте рассуждать, развиваться и идти в новое светлое будущее.